Рюрик и Русь. Русы и варяги. Начнем с того, что Рюрик родоначальник династии Рюриковичей и первый правитель Новгородской Руси. По данным из источника «Повести временных лет», говорится, что правил он с 862 по 879 года от Рождества Христова. Править его призвал править на русские земли союз славян. Сначала он правил вместе с братьями Синиусом и Труваром, но после их смерти стал единоличным правителем. Много споров ходит насчет того, кто он и как оказался здесь. Кто-то утверждает, что датский конунг Рюрик и есть Рюрик, другие — это обычный славянин по имени Рорк. Много споров ходит, но это может оказаться и легендой, так как реальных доказательств того, что был ли Рюрик, вообще неизвестно.